классно, что нас папа на сосульки взял. Это, конечно, классно. Но вот идти 100 километров пешком, это не очень классно. Ну и что? Зато сосульк покусаем. Пап, а почему мама с нами не поехала? Потому что мама не ест шашлык, она на диете. А, ну правильно, а то она толстенькая у нас. Если бы мама это слышала, она бы тебе в бубен настучала. Хватит языками чесать, мы уже пришли. Ну что, давай кусать сосульк, пап. Борька, он же сырой, мясо нужно сначала пожарить. Ну давай, пап, ты жарь шашлык, а мы пока тут где-нибудь отдохнем. Вы что, прифигели? Давайте за дровами идите. А затем глава. Чтоб костер развести и мясо пожарить. Что за глупые вопросы? Ну, можно же в микроволновку мясо засунуть и позалить. Борька, откуда в лесу микроволновка? А, ну да, тут, наверное, ее нет. Пойдем за дровами, Сем. Ну все, пап, мы целую кучу дров натаскали. Ага, большую кучу. А не нужны уже дрова. А почему? А я ж забыл. Мы ж уголь купили. На углях пожарим. Сейчас я соберу мангал и будем жарить. Что тут, что куда? Пап, давай я быстренько соберу. Ну попробуй. Что-то я ничего не пойму. Вот вы заполуки. Дайте я соберу. Ну вот и все. Борька, как ты так быстро его собрал? Ну я же умный, не то что вы. Короче, несите его туда. Насыпайте уголь и поджигайте. Мы поняли. Да я буду поджигать. Нет, Борька, поджигать буду я. Ну я хочу поджечь. Спички детям, не игрушки. Ну я зажигалкой подожгу. Я сам. Тогда я перевелну. Ты чё наделал? Чё вы тут орёте? Смотри, пап, Сёма перевелнул мангал. Это не я, это он. Ещё хоть один звук услышу от вас, я тебе мешок с углем на голову надену. А почему мне, пап? Потому что ты старший. Давайте, разжигайте. Давай тихо будем, Борька. Ну это как получится. Вообще-то я хотел поджигать. Фиг тебе, я сам. Смотри, Сёма, там вертолет летит. Где? Папа, Сёма мангал перевернул. Я предупреждал. Вот это прикол. А где Сёма, пап? Так вот же он. А, точно это он. А я думал, какой-то угоёк сидит. Подпишись за братиков. За батю комментарий напиши. За Борьку лайк и колокольчик. Если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись. Если ты не пончик, лайк поставь.